Вот эта посылочка, сейчас посмотрим. Хотя ее тоже надо будет показывать на практике. Сейчас я надеюсь, что это не то, что я себе представляю. Это я повелась на рекламу и заказала подстилку для пляжа, через которую просыпается песок, что, мол, она всегда будет без песка. Вот. Потому что у нас Радомир очень любит на постилку заскакивать со своими ногами в песке. Мне очень интересно, что здесь будет. Ну, короче, выглядит она как москитная сетка. Такую сетку можно купить дешевле, я вам скажу, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, вот, типа, вот еще и розовая. Я цвет не выбирала там. Ой. Ну, короче, вот такая вот она. Сейчас посмотрим, что тут. Ну, короче, как москитная сетка в два слоя она выглядит. Но при том эти слоя, вот посмотрите, они, по-моему, практически совпадают. Все-таки, на мой взгляд, они бы должны не совпадать. Ну, надо будет посмотреть на нее лежать. Мне, если честно, кажется, что песок, конечно, через нее будет просыпаться обратно. Но когда ты ляжешь в мокрой одежде на нее, мне кажется, песок, который там есть, на тебя как раз таки через эти дырочки тоже пробьется, но не проверив. Вот, блин, у меня дочка только на море уехала, могла бы ей дать и протестировать. Ну ладно. Ну, песок однозначно будет просыпаться. Вопрос в том, что когда ты ляжешь, да, вот вы видите, она просвечивается прям через меня. Ну, реально выглядит как москитная сетка. Наверное, ее можно даже, если что, вешать. Вот тут вот есть люверсы такие, да, вот тут эти уголочки. Я думаю, ее можно будет, если что, использовать как москитную завесу на двери где-то. Ну, короче, такое, что-то непонятное. И вот это вот все обходится с доставкой, отправляют наложенным платежом. В общем, 400 гривен за вот эту вот, даже 430 гривен обошлось вот это вот все непонятно что. Короче, я немножко в шоке.